Арбуз. Если проходит влюблённость, то что? Что дальше? Затем остается лакуна, вместилище, впадина, половина большого арбуза, из которого вырезана вся серединка. Серо-зеленая полосатая шкурка – это наружная впадина, которая внутри. Сладкая и сочная мякоть изъедена и изъята. Остается только воспоминание о наслаждении ее вкусом, цветом и запахом. Семена, как неиспользованные возможности будущих событий и новой жизни, как нереализованные возможности иного, как ненаросшие куски мякоти на теле моей судьбы, безжалостно выброшены, несостоявшиеся инициации, не вставшие на свои места кусочки моей самости, моей индивидуальности, взыскуя, зияют незаполненными пространствами. Посажу ползучую травку. Пусть затянет, заполнит или хотя бы замаскирует. Арбуз.